Всем добрейшего утра. 6:48. Утро у нас. Мы выдвигаемся в аэропорт и летим в нашей дружной компании на Гавайи. Ура-ура! Первый раз оставляем машину на парковке на самом верхнем этаже, потому что, представляете, вся парковка, она огромная просто, забита. У нас 4 ручных клади и папа бегущий с очками. Зачем тебе столько очков? Вызвали? Нет, ждали тебя. Тебя ждали. Все еще спят. Мы приехали прямо в аэропорт на автобусике. Народу что-то, кстати говоря, особо нету. Сегодня пятница, но парковка вся забита. Так, мы прошли контроль. Так, у нас четвертый гейт. Четвертый гейт, это в ту сторону, наверное. Кстати, вот еда здесь есть. Еда, вы хотели еду, вот еда. Ну, дорогой я не вижу пока. Ну, там дальше можно. Да, посмотрим, что здесь есть. Но это этот, как его? Dunkin' Donuts или что-то такое. Ну, это как бы... Смотри, яичница, бекон или сосиска. Панкейки есть. Картошка, да. У нас, если задержки не будет, то через 17 минут посадка. Какой у нас четвертый гейт? Я бы тоже кофе, но круассанов нету. Это тебе не это, не европейский аэропорт. Не-не-не, здесь вот спит кофе или Starbucks будет, это другое. А, ну, наверное. Вот я только ниже, пока не Starbucks, не пиц кофе. Данкин, вот это Данкин, это и есть, наверное, Донатс. Он четвертый-то еще гейт, на него еще надо добежать. Здесь могут быть только гейты, да. Вон, кстати, гавайский самолет. Нет, здесь есть какое-то. Пиво есть. Юр, как тебе в 6 утра? В 7 утра пиво. Мы тут заказываем завтрак. Донатсы на завтрак. Шутка. Авокадо тост там есть. А трубочку ему что не дали? Так же невозможно пить? Это какой-то красный лимонад у тебя? Так, это твое. Это мое? Осторожно, горячим. А, хорошо. Кофе. Вот смотрите, какой у меня завтрак. Авокадо тост. А у Леши какой-то круассан с котлеткой. И с чем? С яйцом, да? У папы тоже. Вова решил не завтракать. Можешь у папы откусить. Хочешь? Mm-hmm. Хочешь папин откусить? У нас уже посадка. Слушай, без задержки летим, да? Вообще. Этот доедают. Все по расписанию, да, отлично. Мы в последней группе. Потому что мы покупали билеты уже на, как говорится, на последние ряды. Так, ну все. Мы идем на посадку. Летим на Мауи. Идем всей нашей командой. Так, мы сели. Папочка, садись. Все. Дети вон там вот сзади сидят. Втроем. С Максом. Угу, с Максом. А, это вот а точно, здесь нет экрана. Летит 6 часов. Да-да-да. Так что. Да. Оба. Мы взлетели. Ну, точнее, взлетаем. Лететь нам 6 часов, да? 5:30. Ой, как грязно. Представляете, мы тут выяснили, что Starlink, это вот который интернет от Илона Маска, да? Да. А, бесплатный на гавайских авиалиниях. На 321-х аэробусах. А, да. Тут на Боингах нет? Потом... А, в конце, да, на Боинг. Планируется на 330-х тоже планируется. Короче, нам повезло, мы летим именно на том. В числе первых. Да, классно. Работает вообще шикарно. Высокоскоростной. Да, 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 очень хорошо работает, и он подконнектился очень быстро. Обычно на американских авиалиниях ничего, кроме водички и орешков, или там печенье, да, не дают. А тут, смотрите, да, без цены. Примерно такое же, как они ели в аэропорту.
Сок для Олега Юры. Лайти Мэри. Крабовая Мэри. Да. Кстати, алкогольный тоже предлагают бесплатно. Ром какой-то их. А, да? Да. Коктейль с ромом. У меня томатный сок чистый. Все чистые. Свежий. Смотри, тут это испорченные томаты. На картинке. Как это так вышло? Это блик. Так напечатался. Какой-то он такой синий. Испорченный. Из испорченных помидоров. У меня сок. Нет, блин, на помидоре. Ребята, мы в аэропорту на Гавайях. Здесь не жарко, не холодно, в смысле, в аэропорту не, и не жарко, хорошо. А вот снаружи чувствуется влажность. Влажность здесь 64%, и сейчас 27 градусов. Такой, да, смотри, какой такой миленький, да, аэропорт. Совсем не похожий на Сан-Франциско, Сан-Хосе. Ой, да. Видите, какой? Тут птицы летают прямо внутри аэропорта. Так, мы все как бы идем на выход. Ура! Сейчас мы едем, нам надо машину взять. А тут надо на каком-то автобусе гидро. О, как тут влажно. Чувствуется, да? Тепло и влажно. И это... Надо на каком-то трамвайчике поехать. О, это спацифиломы. Ой, да, тепленько. Спацифиломы. А, птичка где? Чирикает. Нет, это... Вова говорит, как в Техасе. Но здесь не так влажно, мне кажется, как в Техасе. Но тепло, да, тепло. Так... Мы на выход. Да, сейчас пойдем на трамвайчик. Тут такой ветерочек, я вам скажу. Тут, кстати говоря, надо срочно мазаться солнцезащитным кремом, которого у нас с собой нет. Потому что по миллилитражу не прошел. А, тут UV-индекс 10 уже. Какие красивые часы там. Ничего себе, какой трамвай! Смотрите, мы на нем поедем за машиной. Обалдеть! Обалдеть! Вот это да! В трамвае, смотри, какая лампа. Здесь надо держаться вот так вот. Вовчик, ну-ка покажи, как ты держишься. Покажи, как ты держишься. Да-да-да. Нас привезли. Тут куча арендных компаний, которые сдают машины. У нас Авис. Короче, отпуск начинается. Тут пальмы, тепло. У нас как-то без очереди тут. Мы зарегистрировались заранее. Все купили заранее. Там написано, где стоит машина. Смотрите, какие гавайские номера. Веселенькие. Кстати говоря, по прогнозу, когда я смотрела, у нас должно было быть, ну, если здесь где-то 23-22 каждый день. А сейчас прилетели, прогноз изменился. Видимо, в каждой части острова по-разному погода. Вот, и сейчас тут 27-28. В общем, тепленько. Вот наша машина, серенькая Kia. Почему не Dodge? Окей. Багажник, смотри, какой вместительный, Юра. Тут 5 карионов войдет, вообще без проблем. Так, мы взяли машину, все погрузили. 2 минуты, да? Выдвинулись. Куда мы выдвинулись? В общем, у нас заселение в 4, сейчас на Гавайях 11:28. У нас 3 часа разница, то есть у нас плюс 3 часа в Калифорнии. Вот, поэтому мы сейчас едем в Target купить крем солнцезащитный в первую очередь.
Вот, а потом, наверное, поедем. Тут есть на Гавайях аквариум, ну, типа океанариум, что-то такое. Поедем посмотрим. Ой, красиво, сейчас покажу. Вот, посмотрите, какая красота. Да, облака там, здесь слушай, довольно низко. Вон там это большая гора, а вон там мы пролетали, она вон маленькая. Там, это вон там, что ли? Это маленькая, кажется, была. А вон горы, где, видишь, уходят. Да, вот мы взяли для этого куртки теплые. Прилетели сюда, здесь 28 градусов, взяли теплые куртки. Но если мы на эту гору поедем, то там будет холодно, насколько я знаю. И там, я так понимаю, может внезапно пойти дождь. Так что вот так вот. Гавайи такие Гавайи. Ой, красиво, все так зелено, пальмы. Но ветер, да, сегодня обещают ветреную погоду. Как бы все время? После обеда, после 12 поднимается ветер, но к вечеру вроде бы как проходит. Написано было, что наоборот, по-моему, к вечеру будет ветрено. Да, горы, кстати говоря, получаются выше облаков. Но облака просто очень низко. Да. Расположены. Ну да, ну вот эта гора все-таки поменьше, вот да. Да, да. Две горы, говорит, сходятся. А, да, точно видно. Вот, вот там вот, видите, сейчас я вам приближу. Вот раз, два. Мне кажется, здесь не так влажно, как в Техасе. Юр, что скажешь? Да. Да? Да, это что значит? Не так влажно или влажно? Так, Макс с нами не захотел пойти, говорит, я посижу, не насиделся. Да вообще. Идем в Таргет. У нас, кстати говоря, у нас же не отель, у нас как бы такая какая-то лакшери квартира. Ну как резорт. Но у нас ни завтраков, ничего нету. Может быть, воду, Юр, купить? Воду. Здесь же на Гавайях, кстати говоря, нельзя из-под крана воду пить. Народу в Таргете. Боже мой. Вон, смотри, сколько здесь. Вот, смотри, с длинным рукавом вот такие майки. Специальные, купательные, да? Это в которых плавать. И куча-куча купальников. Это леи из орхидеи, живых. Стоят они $10, да? А в аэропорту 15 мы видели. Слушайте, а вот это гавайские же шортики, да, надо гавайские какие-нибудь эти тоже рубашечки мальчикам приобрести. Как вы думаете? Да? Гавайскую рубашку надо? Ну, кстати говоря, Вова, у тебя похожая гавайская есть, кстати говоря, рубашка. Да, такая, помнишь, голубая? Так. В общем, сейчас мы найдем воду. И солнцезащитный крем, кстати говоря, должен быть там, где аптека. CarPlay нет, так неудобно пользоваться в машине телефоном, там, чтобы навигацию. Вот, смотри, всякие. Вот есть вот такая вот. А, это чарджер. Такие, я думала, вот которые, знаешь, надеваются там. Нужно, которые в это, вентиляционные. Да, вентиляционные, я думала. Это что? Вот это аппарат, по-моему. Да, может быть. А, вот заперто совсем, да? А, нет, это CD-слот. CD-слот? Разъем компакт-диска. А, вот это что такое? А, это тоже зарядки всякие, да? Это сейчас вот, это что? Это магнитное. Вот это какая, посмотри. А вот у тебя магнитная работает. Вот AirVent. Ага. Вот. А вот это куда? Вставляется. Не знаю. Ну давай какой-нибудь бери. Наверное, звать. А слушай, а вот это еще есть. Вот такая, но это какая-то крутая. Это магнитная, да. Взяли эту штучку для машины. За 15 нашли, да. Так, ладно, давай мне. Это была кукумба. Кукумба? Кукумба. А кто это? Гумба, кукумба? А это как у Вовы цветок, только у Вовы такой мягкий, а этот жесткий. Это, наверное, светилка. Вот, смотри, нажать. А, она, наверное, не работает. Так, все, пошлите. Вот, смотрите, еще кто есть. Дети, смотрите, Леша. Леша! Браузер! Браузер!
Хром, сафари. Большой тут у них таргет, да? Но он, наверное, единственный, может быть. Может, он единственный? Нет? Вот в этих штуках надо ходить по пляжам, которые такие, где лава, лава-пляжи, каменные, чтобы не испортить ноги. Ну, они могут натирать, конечно. Смотри, сколько здесь всяких полотенчиков и прочего. Может, надо сразу взять? Не знаю. Это чтобы ходить по пляжу, по каменным. Посмотри, какие полотенца яркие тут. Так, мне ладно, пойдемте. Чемодан еще один брать, чтобы увозить. Не говори. Чемоданы, говорит, надо будет брать. Вот, пожалуйста, сразу чемоданы. $90. Вот здесь шоколадки всякие. Вот, все ищут этих своих. Какие-то там вот модные конфеты. Популярные. Супер. Как они называются? Joy Rides. Joy Rides. Но они должны быть где-то среди вот этих. Ну, может быть, их здесь где-то в другом месте положили. Что, нет, на Гавайях нету, да? Тоже. I mean... Joy Rides. It was very doubtful. Ну, в общем, нету, да? Вот здесь вот нету? Какие-то всякая ерунда. Jolly Rancher есть, а Joy Rides не вижу. Судя по всему, на Гавайях еще их нету. Вон вода. Вот, вот воду надо взять. Давайте возьмем. Да, мы можем взять вот такую, как обычно. Ну, брать? С собой неудобно возить собой, ее. Да. А, давай вот такую возьмем. Такие? А, да. Okay. Такую не надо? Ну, может быть. Да, для, с собой в для дома. Взять, да, ну, там у нас, я не знаю, а там у нас, кстати, говорю, кухня есть, да? Там да. Можно готовить. Может быть, и можно взять. Вот с собой возить вот такую воду. А домой вот взять вот такую. Что ты хочешь? Бери, бери. Что, бьем? Вот это хорошая? Да, я знаю. Что? А, тут есть какое-то свое, да? Местное? Мне кажется, на Гавайях вино делают. Здесь почему-то везде разные цены. А, две это, цены. А, смотри, это за кварт. Ну, это за кварт. Пон... Да, ну, как это за кварт? А это 1,39 не за кварт? А, это все понятно. За что? За пинту. Это за пинту. Это цена бутылки. Боже, что мы. А зачем так делать? Да. Тут все так делать. Все ценники такие. Хлопья. За фунт? Ну, за полкило 4,32. А за коробку, я так понимаю... Да-да-да, за паунт. 7, 2... Ну, цена за паунт. А зачем? Ну, чтобы можно было сравнить с другими какими-то хрустиками. А, боже мой. Какие. Хрустики не будем брать? А, это такое в Коско продавалось, кстати говоря. Модное какое-то. По-моему, не такое. Брют. Да. Или... Нет, я могу и просека. Давай какой-нибудь возьмем. Окей. А что такое? Взяли маленький. Ну, что это не взяли? Взял, я просто еще смотрю. Не, ну тут, наверное... Не, ну... Это вот для лица. Окей, ну тут, наверное, есть еще другие. Наверное. Это только наверное. Одни какие-то. Вот здесь нету? Кулдаун, это уже потом, после. Кулдаун, кстати говоря, может быть, нам тоже понадобится маленький какой-нибудь. Так, это все для головы. Что, нашли? Так. Кулдаун. Да, мы такое видели, кстати говоря. Вот, смотри, есть детский. Ну, тут, кстати говоря, не так прям много. О, смотри, алоэ вера, есть спрей. Брызгать, чтобы вот как раз, если ты сгорел. Так, короче, вот это вот все такое, 30. Больше 60. Ну, это какой-то такой стик, неудобно им будешь, замаришься мазать. Запаришься мазать. А где вот все вот эти стандартные? У нас даже, по-моему, больше санскринов, чем здесь, да? Потому что у них запрещено определенные санскрины, только... А-а-а, да ты что, серьезно? Вот какой-то, смотри, австралийский.
50 плюс. Вот какой-то есть. Да, ну маленький. Гавайский. Да, видимо, у них действительно из-за того, что запрещены какие-то. С чем запрещены? Так, клиранс 5-8. Ну это стик, как ты им будешь мазать? Ты только лицо помазать, а все остальное? Лицо хотя бы. Все остальное. А вот санкьер еще есть. Дайте. Подожди, а вот здесь вот что? Здесь же тоже? А, это чтобы ты наоборот почернел. Sunstick. That's not sunscreen. Так. Why doesn't everybody say sunscreen? Sunstick. Because it's a thick one. Короче, здесь, also, конечно... Support, здесь, конечно, все это... Sport, sun, sport. Все сложнее sunscreen. Найти, оказывается. I found sunscreen. Нашел? Yeah, it is sunscreen. Минеральный какой-то, да. It's a sunscreen. Но это тоже какой-то стик. Баттер стик. Неудобно мазаться целиком. Essential thing, extreme thing и... А чем они? Это для sensitive, для чувствительной кожи, это для активного спорта, а это просто для каждодневного. Стоят они примерно все одинаково, да? Стоят они $35, обалдеть. Ужас. Кошмар. А вот это 25. Где? Это активный. Активный для спортсменов? Ты уверен? Да. Может, он не там стоит? Fragrance free? Нет, вроде вот. Ну, давайте какой-нибудь возьмем. Давайте. Вот же еще есть 50. Да. Минеральный какой-то. 80 минут, то же самое. Да, говорили, что... То же самое. Да, что то, что другое, да. Да. Давай его. Ой, ребята, это невозможно, конечно. Короче, вот эту штуку берем. Влажные салфетки нашли. Сколько тут они стоят? 2,39. Так. Че, гавайские майки не будем искать? А, ну, мы в каком-нибудь гавайском магазине. А, ну ладно. Такие в Коско продавались. Популярные гавайские конфеты с макадамией они. Смотри, они тут разные есть. И с карамелью, и темный шоколад. И все на свете. Макадамия — это вот тут как бы орех такой популярный. Смотрите, какая штука в этом есть, в Старбаксе у них. Какой-то кокосовый напиток с клубничными, ой, малиновыми вот этими шариками. Ну, типа боба ти. What is inside of that? Ну, это просто инструкция. А где вот гавайские кружки? Есть у них гавайские Starbucks кружки? Starbucks. Гавайские. Гавайские. Кружки. What is this? А, Гавайи только есть вот такие штуки. Oh. А так не вижу кружки. Почему-то. Алоха вайб. Ага. Классные. А вот еще смотри, какие есть. Awesome. Mother ones, да? Like this one. Target dog. Кейк-поп, смотри, в виде Таргета. There's a new one. Владимир, короче, взял, смотрите. Старбакса. Я, кстати говоря, не видела раньше, чтобы они делали такие. Не были? Это только на Гавайях, да? Мы взяли, короче, напитки сейчас. Нам сделают. Ну, кстати говоря, Юр, есть гавайские эти. Смотри, какие вот эти красивые кружки. Я не знаю, гавайские они или нет. Да, похоже. Вот еще смотри. Очень красиво. Вот еще смотри, вот такая есть штука. Смотри. Она резиновая вот эта? Штучка, или она... А, да, она резиновая. Вот такие есть тоже. Яркие. Вот там вы тоже смотри, есть гавайские всякие. И бутылка вон есть в Гавайи. Чемодан большой, чемодан. Да, не говори. Не, ну мы такие... Там мы ждем кофе. Ну, фраппучино. Фраппучино ждем. И вот этот напиток. Леша, Макс тоже. Like this one. А, это тоже на ключи, да? Брелок, но оно огромное такое. Представляешь, такую штуку в кармане носить? Это как ананас. Pineapple. Да. I really like this one. Юрий тут конструкцию сооружает. Mm-hmm. А мы все попробовали вот этот напиток, который с шариками. Кокосовый с шариками из малинки. Они лопаются, эти шарики. То есть это не такие боба-ти, знаете, которые вот желейные,
а они лопаются, и там внутри такой малиновый сироп. Очень прикольно. Всем понравилось. Какие-то хвойные елки. Ага. Облака лежат прям на горах. Красиво. Вон, смотри, ветряки вон там. Да, они там прям по хребту стоят. Да, а вот с той стороны океан. Ну, мы сейчас туда едем, да, туда, да, в ту сторону? Да. Вот, вы уже смотрите. Там другой остров видно. А, да. Может, надо куда-нибудь... Тут говорят, на закат куда-то плавают или на рассвет. Не помню. Плыл в закат. Смотри, какой трафик. Мы приехали в пробку, даже на Гавайях. Вот здесь хорошо видно вот эти ветряные электрогенераторы. Это тот, те, которые вы видели с самолета, да, когда летели? Да. В океан. Мы едем прям к океану, да? Там на берегу, да, где-то? Да. Мы едем в ресторан кушать. Ну, наверное, может быть, даже есть парковка. Какое небо тут голубое. Какая вода. Вода вообще просто, не знаю, аквамарин. Вода красивая. Ну, мы прям вот едем прям к причалу. Может, здесь поставим? Какое тут ветрище. Мы приехали в ресторан, где-то тут должен быть. И здесь также есть аквариум сразу же. Сначала поедим, а потом пойдем в аквариум, наверное. Парковка. Все, сколько, Юрий, парковка стоит на этом, на Гавайях? Он еще не знает? Сколько парковка стоит? $3 в час. А, да ты что? Не так дорого, $3 в час. Практически дешево, не то, что в Сан-Франциско. Вова, тебя сносит? По-моему, подгоняет ветром. Папа держит Вову, чтобы его не унесло ветром. А мы идем вот в этот ресторан. Seascape. Но мы зарезервировали на какое-то более позднее время. Ресторан работает с 11 утра до 3 дня. И все. О, какой классненький, да? С видом каким шикарным, ребята. Вот такой ресторан. Вид это самое прекрасное здесь, по-моему. Смотрите, курочки тут ходят. Тут по всему острову ходят курочки, говорят. И в ресторане тоже. Ребята, мы заказываем еду. Давайте выбирайте, держите меню нам. Мы, это единственные, говорит, кто, говорит, из 5 человек заказали, говорит, столик у нас зарезервировали. Поэтому они сразу такие, Юрий, здравствуйте. Подожди, у нас, покажется, 6 штук, а тебе не дали. Давай, выбирай. А здесь вот напитки. Напитки? Да. Нет, я хочу есть. Стартеры. Еда. Надо посмотреть, что здесь есть такого. Гавайского надо. Что-то гавайское. Чем... Ой, где она? Смотрите, здесь ходят куры прям по острову, в ресторанах везде. И здесь было 2 цыпленка, но я не успел их снять, они убежали. Она ждет, как будто я ей что-то дам. Но я ей ничего не дам. Вот цыплятки ходят. Вдвоем там гуляют. Ничего себе, это я заказала, что ли? Обалдеть. Я даже не знала, что я это. Вот это что-то вкусное. Попробуй. Это тут кокосовое что-то. Свежий пашенфрут, кокос. Маракуйя, кокос, ананас, наверное, да? Вкусно? Смотри, какая здесь крыша, Юр. Туда уходит прям в небо. Да. Резент. Чисто курортное кафе, да?
Вы посмотрите, какое у меня блюдо. Обалдеть. А у Лёши рамен. Лёша, ты не объешься? А тут поки, да? Красота. У Вовы все стандартно. Приятного аппетита нам. Посмотрите, какая красота. У меня, короче говоря, какая-то рыба разная. Махи-махи, креветки, там еще что-то. Что-то от шефа. Шикарно. Вова решил у Лёши стащить свининки. Что, вкусно? Оно пропитанное еще. О, вот это чисто мясо. Да. А вот это, а вот это жир. Это можешь не есть. Это можешь не есть, это жир. Ну как? Вкусно? Мясная душа. Ребята, мы наелись, напились. Идем. Ой, если нас не сдует, то мы дойдем до аквариума. Да, до 5 он работает, аквариум. Так что, я думаю, мы успеем. $50 стоят билеты туда, на человека. Красота. Ух! Вова, держись! Так, короче, вот здесь вот всякие разные скидки есть. Но мы не знаем, что это нам положено или нет. Мы купили билеты. А, блин, тут это... Чё? Тут под открытым небом местами. А что, надо было шапки? Да. Ну что, начинаем наше путешествие. Написано, что сюда надо идти. А, сюда. Да. Алоха, смотрите. Красиво тут, красиво. О, вот смотрите, водопады. Кто-нибудь здесь есть? Интерфейс между землей и морем. А, смотрите, там морские звезды внизу лежат. Рыбы всякие. Ой, а вот это кто? Смотри. Где грибочки? Это кто? Может, морские ежи, может быть? Вон, посмотри. Чё, Лёш, как тут рыбы поживают? Yeah, like, I saw one that is like a pancake and it like... Наверное, может быть, здесь кормят. Может быть, смотри, какое... Носорог. Да, красивые. Да. Какие красивые. Oh, look at this one. Это маленький штат. Wait, it's gonna come up in the water. Whoa. Look, it's trying to gasp for air. Да. It's just... Сейчас их покормят. Так, вот там куда-то туда кладут еду. А эти тут уже столпились. Кого-то еще там кормят. Кого-то кормят там. Кормят, кормят. Они прям кидаются. Вот она кого кормила здесь. Вот оттуда. Ой, смотрите, какие красивые рыбки. Это не просто рыбки, а здесь еще риф. Смотри, коралловый риф. Да, да, да. Ой, красота. Я бы дядь. Ох, ничего себе! А чё такая длинная-то, а? Худая такая. Смотри, сколько их много тут, какие они все красивые. Она нам позирует. It's rubbing against the glass. It's puffer fish. Токсичные рыбы. That's a puffer fish. Где ты? Вот она. Ой, какие тут красивые. Sea surgeons. Это что, осетры, что ли? Написано. Где осетр? Surgeon, это же осетр. Стюрджин, это осетр, стюрджин? Ой, blood shrimp. Вот, смотри, написано, что это осетровые рыбы. А, нет, это... Blood shrimp.
А, surgeon, это который этот, хирург? Рыбы-хирурги? Это surgeon, не surgeon. Surgeon это хирурги, рыбы-хирурги. Врачи, короче говоря. Доктор, да, который операцию делает. Тебе понравился? Которому ты понравилась? Которому я понравилась. Striped belly puffer. Полосатый, видишь, полосатый, пузико у него полосатый. Да, а он где-то здесь это должен быть еще. Нету? Нет, нету. Есть другие, да? Scorpionfish. Ничего себе, смотри. И вон там, вон там еще. There's lionfish. There's four fishes. There's that one. Это которые спрятались, да, здесь? That's a fish. And there's also an eel right here. And, and an eel right here. Да, and never mind, there's five. А вон там, видите, сзади? Yeah. That is the, они как замерли. That is a Hawaiian turkey fish. Торки? Yeah. Серьезно? Индейка? Хавайская, гавайская индейка? Fish. That's not a Hawaiian turkey fish. That's probably like a leaf scorpion what? Fish. А, no, это скорпион, look at that. Да, скорпион. That in the back. Да, сзади, это скорпион какой-то. Ой, ой. Какие красивые, да? Дори. Ты хочешь забрать себе одного? Смотри, какие светящиеся они. Этими анимонами посвящены. Анимоны, да, красивые. Помнишь, мы на Тайде смотрели их, только они закрывались? I wanna eat it, but it looks scary. О, вот смотри, рыбка проплыла. Вот они шевелятся. А тут кто? Рок-мувер. It's about to fly in here. Вот она, вот она. That. Look, you can see his teeth clearly. А, слушай, да, клыки прям. He's a big. Oh, look at this guy. This guy's a big. Полосатик. А посмотри, какая рыба. Even his eye is polosatic. Даже полосатый точно, даже глаза полосатые, смотрите. Yeah. Обалдеть. I founded the band. Dad, черно-белый. У него даже полосатые глаза. Ух ты ж какие. Кто там? This guy. Ух ты какой. Вот это да. Ай. Ух ты ж, какая муренка! Ай! Алёша, звучит. Ай. Там, смотри, другая еще есть сзади! Ай! 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 Вон они сзади лежат. Он excited. Вообще. Смотри, у нее полосочки светятся. Да. В этом освещении. Красивые. Вообще такие красивые рыбки. Они, наверное, большинство ядовитые всякие. Смотри, 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 она сюда и вплывает. Вот она какая. Да отойдите вы. Рыбу загородили ее. Смотри, какая. Обалдеть. Как динозавр прям. Мидриф. Ой, здесь большие, побольше рыбки. А, смотрите, мы были сейчас на неглубоких рифах, а теперь мы спускаемся к глубине. Теперь это средние глубины рифа. Вот, видишь, плывут к нам. Носороги. А это кто, морские ежи или кто это? Да. Да? Которых Алекс мечтает поесть. Да, да. Смотрите, какой крабик. Где здесь рыба? Да. Две. А, вон она, вон она. И вот она, красненькая. А вот еще одна, третья, видите? Третья. Вот она. Вот, смотри, вот я тебе на экране покажу, вижу, вот да, она. Да, вижу, да, сперелепилась. Ой, смотрите, какой классный. Он себе глаза ковыряет. Yeah, I don't know why. Oh, I'm gonna save this as a lock screen. Oh my god. Лобстер, Лёш, твоя еда любимая. Yeah. Смотри, вон она там. And there's one right there too. Причем это гавайский. Гавайский лобстер. А видишь, вот такие полосочки у него на попе. На попе. And there's more. Oh, that's a big one.
Ой, а смотри, вот это кто-то же внутри живет? Да, да, да. Улитки. Да, это вот, смотри, это тайгер. Тигровая кто-то. Да, вот. Похоже же, да. Да. Поэтому, ну, вот это сонный краб. Нет, это сонный краб, который. Поэтому он глаза трет. Он все время хочет спать. Ох, ничего себе! Он как коралл, только это рыба. Да. Обалдеть. Вот такого я не видел. И у него это, смотри, у него реактивные двигатели. У него не плавники, видишь, да. Он выпускает, струи воды. What's the there's this guy over here? Из ой, посмотри, кто еще? О, обалдеть, кто это? There's another guy. Какой? Какой-то краб, да. There's also another guy right here. Вообще. There's another guy right up. Съела из анемоны. Хомячит, да. Анемона. А, мы такую видели рыбу, только другого большую. Большую. Ой, смотри, морской конек. Да, 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 это вот для него. Да, какой грустный. Грустный, да. Но это же сихорс. Заглонялся. Ничего себе. Песок. Рыба, песок. I forgot how it's called, but it's my second favorite sea animal. I forgot its name. Так, фландер. Смотри, какой классный. Это глисты? Это илы. Как они называют? Угри? Угри. А, это вкусно. Угри. Помнишь суши с угрями? О, осьминог. Осьминог там. Осьминог? Ага. Вон он там. Да, некоторые прячутся рыбки. А вот это не прячется. Сейчас она в песок такая раз и зарылась. Где шарки? Что тут растет? А, вот эти живые, да. А, да, там акулы вон. Наверху. One just went by. Oh, there you go. There it is. There. Здесь красиво, да? Oh, I haven't seen this. Is this just coral? Кораллы красивые какие, смотри. There's the fishies. Да, есть рыбки, но какие красивые кораллы. Ночные. Это флюоресцентные кораллы, которые светятся, да, ночью? Ой, смотри, прям самая каемочка светится. Очень красиво. Кто это? Черненький такой. Какая-то какашка. Огурец? А тут ничего не написано, да? Ого. Да, тут есть акулы. Лёш, твои любимые акулы? It's not my favorite. Но it's like pretty. It's pretty happy. Вот это вроде бы глубокий. Глубокий? Тут они что, выращивают эти кораллы? Yeah. Growing steps. А, да, это как они растут. There's fish under. Действительно, это как они растут, кораллы. Oh, it's how they... Три. Были вот такие маленькие, вот вырастают такие большие. Yeah, but I like heard like these, like these. The second one. Вот пришла рыба тут. Что вы тут делаете, говорит? Вот в этом ресторане мы были, и можно прям зайти в него через парк. Так, что дальше? Куда дальше идти надо? Ветер какой сильный. Здесь кто-то есть? Снесло ветром. Что это? I don't know what it is. Я тоже не знаю, кто это. Gentle finger touch. Это звезда морская. Круглая. О, колючая? No. It's very squishy. Должны быть черепашки. Пойдем вниз посмотрим. Ого, какие они огромные! Черепахи. Какие классные. Вот она. Да. Надулась? Да, я думаю. Прикольная.
Большая. В каком году его нашли советский коммуникационный буер? В 2016? Ничего себе. Да. Его вымыло на берег. Ага. А где он теперь, интересно, лежит? Не знаю, может, в каком-нибудь музее. На каком-нибудь, может, берегу? Наверное, в каком-нибудь музее. Субмарин. Нет, это то, как его перевозили на... На субмарине. Да, видишь, так вот? Где он? Вот он, этот буёк коммуникационный. Плавают. Это молот. Акула-молот, да-да-да. Да-да-да, но они сюда вот приплывают. Так, мы идем к акулам. О, как тут прохладненько. Тут песни. Давай. Что, страшно тебе, что ли? Леша, кому-то страшно. Вот, оказывается. Так, мы куда-то идем в открытый океан. Тут эти медузы, да? Смотрите, какие красивые. Смотрите, какая красота. Здесь прям лекция идет про акул разных. See, the sharks are kind of swooping in. Fun fact about sharks, let's go back to the talking about their teeth. So their top teeth are serrated on here. It's something, these are defined as a teeth that we always scavenge in the ocean. Do you guys have any ideas of any senses sharks might have in order to pick out these easy meals? Два раза в день их кормят. Yeah, so... Он хочет с нами пообщаться. He looks angry. А этот типа спрятался. He thinks he's gone. Это научная, да, лаборатория. Лодка такая. Макали, Хавайи. Undersea Research Lab. Подводная. Подводная лаборатория. Ага. Там место для человека, там всякое разное есть. Уже, правда, нету. Тут классно. Можно сесть, Максим, здесь вот. И понаслаждаться тем, как они плавают. Детей киношка. И все куда-то пропали, да, рыбы? Да, плавник. Да. Ой, еще они наклоняются, что ли? Смотрите, кто плывет. Обалдеть. Это вот такое толщины стекло. Ого, серьезно? Это кажется, что оно тонкое, не толстое. Да? Оно такое толстое, смотрите. А, это вот такой там туннель такой толщины. Да. А, их кормят тут, ведь видишь? Классно тут. О, мы тоже идем, смотрите, по воде. Где твоя рыба, Лёша, любимая? Да. Над нами проплывает. Он как плывёт, ой, как летит, смотри. НЛОшка. Прямо над нами. У-ху! Ой, это что, выход, да? Это уже выход. Так, здесь нельзя трогать. Смотри, какая она толстая. Нет, с той стороны, посмотри. Вау! А вон они, смотри, сколько их тут. Вон они лежат. А вон еще на камешке лежат вот эти. На камешке, да, вот эти вот непонятные кто. Мы пришли в какой-то кинотеатр 3D.
будем смотреть рифы под водой. Мы посмотрели шоу, но там в 3D было, поэтому снимать невозможно было. Вышли. Тут, естественно, всякие гифт-шопы, магазины подарочные. Мороженку продают. Это же китайская роза. Гибискус. Вот он. Смотри, какая красивая. Только ее сносит.